Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Цены на топливо растут. Это совершенно очевидный факт. И они будут продолжать расти. На это есть объективные причины. Но прежде всего запасы нефти истощаются. Это же очевидно. Во-вторых, революция в арабском мире, в традиционном регионе, где добывается нефть сегодня, волнение. Объемы добычи снижаются. Это не может не влиять на цену на рынке. Взрыв на атомной электростанции в Японии показал всему миру, что надо более трепетно относиться к запасам нефти и к использованию этого традиционного вида энергии, потому что атомная энергетика, как казалось, не всегда безопасна и приносит много проблем. Да и вообще все кризисные явления, которые мы ощущаем на себе, все это неизбежно ведет к тому, что цены на топливо растут. Мало того, качество топлива страдает. Даже в цивилизованных странах, где стандарты топлива достаточно высоки, используются разнообразные химические присадки, которые вредно влияют не только на здоровье людей, но и на топливную систему. А я уж не говорю о странах, где проблемы с некачественным топливом связаны с тем, что многочисленные аферы и прочие незаконные операции, связанные с разведением топлива всякой дрянью. Я имею в виду страны бывшего Советского Союза. Нам же это известно. По телевидению передают, что Украина на рынке в системе автозаправочных станций имеет почти 30% некачественного топлива, изготовленного в самодельных условиях. К чему приводит все это? К тому, что мы платим деньги за ремонт автомобилей. Послушайте, специалисты криком кричат, что дорогие, хорошие, настоящие автомобили не могут переносить наше топливо. И нам приходится платить тысячи долларов за выходящие из строя запчасти. Это отравляет атмосферу, страдают люди, дети. Несгораемая часть топлива вылетает в трубу. Это сосоряет атмосферу. Да и это просто деньги летят. Все это приводит к ухудшению экологической обстановки и к потере денег, к массовому обнищанию людей. Выход простой. Пересаживайся на троллейбус, на автобус, на велосипед, в конце концов. Закрывай свою машину в гараж, продавай ее. А что касается бизнесов, они все завязаны на транспорт. И поэтому их продукция любого бизнеса неизбежно растет в цене. Все это усугубляет кризисное явление в экономике и очень негативно сказывается на нашем с вами финансовом положении. Выход простой, хоть он и нереальный и фантастический. Найди клад и забудь о цене на топливо. Но это маловероятно, это так из области шуток. А теперь представьте себе, что у вас в руках есть натуральный продукт для вашего автомобиля, и он позволяет экономить вам от 5 до 30% топлива. За счет этого сразу повышается мощность автомобиля, за счет использования продукта, я имею в виду. Этот продукт надежно защищает двигатель от любого некачественного топлива. Резко сокращается в связи с этим расходы на запчасти и ремонт. Значительно сокращаются вредные выбросы выхлопных газов в атмосферу. А? Представьте себе, что вы владеете легковым автомобилем, и у вас есть продукт, который экономит вам 20% топлива. При среднем расходе 10 литров, 2 литра бесплатно. Умножайте на количество километров, на цену бензина, и вы поймете, что иметь такой продукт – это мечта любого человека. Я уже не говорю о тех, кто вводит большегрузные автомобили, сжигая тонны дизельного топлива. Представьте себе, что при экономии 20% с тонны дизельного топлива такой водитель экономит 200 литров. Они для него бесплатны. При сегодняшних ценах это же 200-300 долларов. Если человек, водитель большегрузного автомобиля, расходует в месяц 10 тонн, то у него серьезная статья доходов. 2-3 тысячи. Дополнительно. Только лишь потому, что экономится топливо. А подумайте. Сколько разнообразных видов техники работает на бензине, на соляре и других видах топлива. Сельскохозяйственная техника, автомобили, специализированные, большегрузные, любая строительная техника –
автобусы, маршрутки, такси, легковые автомобили, мотоциклы, разнообразные сенокосилки, дизель-генераторы и так далее и тому подобное. Техника, которая работает, плавает по воде. От моторной лодки и мотоцикла до огромного сухогруза. Авиационная техника. Это же колоссальный глобальный бизнес. И сегодня на рынке, сегодня, а особенно на территории бывшего Советского Союза, исключительно выгодная ситуация для того, чтобы, имея такой продукт, помочь миллионам людей сэкономить на топливе, а значит, соответственно, заработать. И учтите, что любая информация в СМИ о росте цен на топливо, все эти разговоры о том, что дикие цены на топливо, что это вызывает рост недовольства и так далее, все это дополнительная реклама такому бизнесу, который помогает экономить. И этот бизнес может делаться онлайн, не выходя из дома. Доставка этих продуктов доставляется клиентам и партнерам по почте в течение нескольких дней, прямо на дом. И цены на продукт очень низкие. Ну, представьте себе, что одна заправка на бак в размере, там, скажем, 50-70 литров топлива экономит вам 10-20 до 35%, а стоит такой продукт на такой бак всего лишь 1-2 доллара. Соотношение, просто радостные цифры. При минимальных затратах такие колоссальные выгоды. Что нужно сделать сейчас? Прямо сейчас, чтобы не упустить выгодный шанс. На этом сайте, который называется prav.tv, проходит мероприятие. Оно называется тест-драйв. Такой специализированный вебинар. Вы будете сидеть дома за своим компьютером, зарегистрировавшись на это мероприятие. И вы узнаете, что это за продукты, как они работают и почему они такие доступные по цене. Вы узнаете подробно в деталях, сколько вы можете экономить и положить лишних денег в карман с учетом того, какой у вас автомобиль или какой у вас бизнес. Вы поймете, как устроен этот бизнес, вам расскажут на примерах и историях других людей, которые уже добиваются успеха, зарабатывают здесь деньги и используют этот продукт для экономии топлива. Вы сможете понять, сколько вы уже заработаете в первую же неделю, в месяц. И как этот бизнес можно построить по всему миру, не выходя из дома. Автоматически, еженедельно, с оборота всех своих клиентов и партнеров, вы будете получать хороший доход. Как этого добиться, вы узнаете, попав на наше мероприятие под названием «Тест-драйв». Желающих включиться в этот бизнес, который только-только-только-только сейчас набирает силу, очень много. Тот, кто первый попадает в преимущественное по сравнению с другими положение. Я настоятельно рекомендую, немедленно бронируйте билет на это мероприятие бесплатно. Вы получаете на почту ссылку, и по этой ссылке в назначенное вам время, указанное в письме, вы заходите прямо на наше мероприятие, и в прямом эфире вы получите всю информацию подробно и узнаете о своей выгоде. До встречи на мероприятии, которое называется «Тест-драйв». Всего вам доброго!